По статистике, проезд на красный сигнал светофора – самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Неопытные водители могут не заметить светофор на перекрестке, а лихачи порой специально его игнорируют. Тем более штраф за такое нарушение не так уж и велик – всего 1000 рублей. Но 14 мая такое пренебрежение правилами дорожного движения привело к серьезным последствиям. 14 мая в 21 час 35 минут в Рязани напротив дома 63 по улице Ленина 19-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной Audi A3 под управлением 20-летнего рязанца. Эта страшная авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Соборной. Но одним столкновением автомобилей дело не закончилось. После столкновения автомобиль Mitsubishi не остановился, а продолжил движение и совершил наезд на стоявшего вот на этом самом месте 27-летнего пешехода. На столбе до сих пор можно заметить следы краски. Остановили же автомобили возле здания суда. Решетка до сих пор погнута. В результате ДТП пешеход, а также девушка-водитель Mitsubishi и две ее пассажирки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Всем, кто находился в автомобиле, не исполнилось и 20 лет.